Всем привет, народ! Вы на канале Фрайпик. Сегодня вам сниму интересное видео. Наверное, каждый из вас бы хотел не раз знать то, что про iPhone, кто не знает ничего. Значит, сегодня я расскажу про секреты на iPhone. Надеюсь, вам это видео понравится и вы будете среди друзей, так сказать, выделяться. И будут за вами все бегать, конечно. И расспрашивать, как сделать то, как сделать это. Значит, смотрите, первый лайфхакчок такой, секретик, это то, села у вас, например, батарея очень быстро, и вы хотите быстро ее зарядить. Но на это у вас мало времени. Переходите в настройки, подключаете USB кабель свой к зарядке. И вот здесь есть у нас авиарежим. Когда вы включаете авиарежим, у вас телефон раз в 5 быстрее будет заряжаться. Это лайфхак проверенный. Надеюсь, он понравится всем. Следующий. У нас трюк, значит, смотрите, пишите вы смс-ку, и вам наверняка друг там присылал какую-то интересную картинку, или вот так вот, как я вам сейчас покажу, можно вот такие вот смайлики отправить. Смайлики вы, наверное, вам присылали, но вы их не могли никак узнать. Вот вам покажу. Для этого вам необходимо перейти в настройки, найти основные, внизу спустившись в клавиатуру, здесь выбрать эмодзи. Значит, у вас здесь стандартная может включиться, будь только русская, английская, там китайская. Вы выключаете нужный вам язык и набираете эмодзи. После добавления эмодзи вы сможете друзьям отправлять прикольные смайлики. Если вам понравилось это, ставьте обязательно лайк. Следующее. Пишите вы смс-ку, например, там девушке, привет, пошли гулять там, да, и написали огромнейшую поэму и хотите просто удалить. Можно вот крестик зажать, а можно, встряхнув телефон, все удалить. Видите, мы полностью удалили смс-ку. То есть ничего не осталось. Если же мы передумали и хотим написать, нажимаем повторить, и у вас вот та же самая смс-ка, что вы писали ранее, полностью появляется на экране мобильного. Это, думаю, тоже вы зацените. Следующее, что у нас? А следующее, это у нас опять-таки сообщение. Давайте вас не буду уже утомлять, быстренько расскажу. Значит, вы видели все, что можно ее пишут, да? Здесь же на клавиатуре вы ее не увидите. Даже если вы там будете в настройках копаться, вы ее тоже не узнаете. Просто нажимаете на букву Е и переводите ее. Видите, вам появляется, как при нажатии. Также можно вот перейти в знак вопроса и задом наперед отправлять знак вопроса. Также восклицательный знак вверх ногами. Это тоже очень классная функция. Ребята, очень классно. Советую всем. Так, а это вот оценят настоящие мужики. Значит, когда мы переходим дополнительные, у нас есть компас. Ну, компас вы все видели, в лесу там ходили с ним, да, игрались, уже наверняка нашли. А вот если вы в бок, вот так вот, влево, встряхнете, отправите пальцем, у вас появляется вот такой вот электрический комп, этот я говорю не компас напишите в комментарии мне подсказку, с головы вылетело все. Уровень. Значит, когда уровень встает вот так вот полностью, мячик, он загорается зеленым. Очень классная штука. Не раз она меня выручала. Надеюсь, будет полезной и вам. Так, а это вот для уже следующий ништяк вам поможет в учении. Значит, переходим в калькулятор. Вот такой обычный калькулятор есть у всех, да? Но если его вы перевернете вот так вот, у вас открывается огромнейший калькулятор. Здесь есть различные функции для того, чтобы геометрию, алгебру знать, вам понадобится такой вот огромнейший калькулятор. Он очень классный. Так, возвращаемся к смс-очкам. Значит, вот вам пришла смс-ка, да? А вам их много там пришло. Но я вчера поудалял, так что сорян. И здесь вот видите время. На некоторых смс-ках, когда вам пишут там их буквально старые уже даты, вы не можете это время найти. Значит, просто вот так поворачиваете влево, отводите экран, и вон справа будет вас
подробнее, когда вам пришла смс-ка. То есть в час мне пришла смс-ка, я уже знаю, что какое время она мне пришла. Тоже очень полезная штука. Так, переходим. Следующее — это мы в ВК. ВКонтакте все сидят, да. Кстати, я подписан Дмитрий Геннадьевич. Кто хочет до меня добраться, добавиться в друзья, переходите, всем буду очень рад. Значит, нам необходимо прежде всего включить, подключиться к интернету. Значит, я отключен. Так, подключили мы интернет, VPN. И теперь заходим в ВК. Вот такая появляется новостная огромная лента у меня сейчас. Вот видите. Я сижу дальше, там листаю новости, мне все нравится. Но я хочу, после того, как определенное количество опустился вниз, прочитав смс-ки, посты, там группы всякие разные, я хочу, допустим, подняться вверх. Это мне будет очень сложно сделать, потому что я листал очень-очень-очень долго. Я просто нажимаю на время, и мне на время нажимаете, и вас сразу переносят вверх, буквально за секунду. Вот так раз, и у вас все на время. Если же у вас, когда вы сидели в ВК или в другой программе, заглючил iPhone, это случается очень редко, но бывает такое, да, зажимаем верхнюю кнопку Power, и нас iPhone спрашивает, выключить или отмена. Вы теперь нажимаете кнопку Home и удерживаете вот так вот секунд 10, и iPhone перезагрузился, то есть не выключившись, а полностью перезагрузился. Это тоже новинка такую, которую знают не все. Следующее — это мы переходим в камеру. Вот камеру мы фотографируемся, допустим, да, там сфотографировали какой-то пейзаж или что, вот так вот. Вот у меня в комнате, вы видите, как находится все, да. А если вы хотите, к примеру, сфотографировать, сделать селфи, то есть неудобно будет, потому что вы будете тянуться и вот эту кнопку нажимать фото, можно что сделать? Можно нажать на плюс или на минус. То же самое. И у вас будет классная фотка. Этот тоже ништяк, мало кто знает. Я думаю, он заслуживает с вас лайк. Кстати, если это видео наберет 15 лайков, я обязательно сниму новые секреты по айфонам. Они у меня набрались еще. Надеюсь, они вам тоже понравятся. Так, а как же сделать скрин? Чтобы сделать скриншот, нужно зажать верхнюю кнопку Power и Home одновременно. И отпустить. Все. У нас сделан скриншот нашего рабочего стола. Ну и здесь вот сколько огромное количество у нас всяких ништяков, карандашей, что вы сможете эту фотку изменить. Очень удобно, очень классно. Надеюсь, это вам тоже понравится. Так, и что у нас еще осталось? У нас больше ничего для вас, друзья, нету. Чтобы снять. Если это вам видео понравилось, как я уже говорил, ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал, чтобы оставаться в курсе новых видео. Нажимайте на колокольчик справа в верхнем углу. Будет очень приятно видеть вас на нашем канале. Всем спасибо, до новых встреч. Обязательно снимем еще какие-то новинки для iPhone, которые вам будут полезны. А их еще, поверьте, не так уж и мало. Всем пока-пока. Обнял вас. До новых встреч.